Специалисты ГЛУ и подрядные организации продолжают ремонт участка по улице Зайцева. Здесь будет уложено порядка 1600 квадратных метров покрытия. Работы на этом участке начались в середине лета. За это время были установлены ливневые стоки, сейчас приступили к асфальтированию. Самая главная задача, которая преследовалась при благоустройстве этого двора, решить вопрос с водоотведением. Потому что здесь были постоянные затопления, и это были самые большие проблемы. На данный момент ведутся работы по асфальтированию. Здесь сделаны водоотводные лотки. И надеемся, что все проблемы, которые я уже обозначил, что по водоотведению, будут решены. В процессе строительства данного участка были учтены пожелания жителей и расширена территория асфальтирования до существующего железобетонного лотка. Кроме того, будет увеличена площадь парковки. Завершить работы по асфальтированию подрядная организация должна до 30 ноября. Однако, по словам специалистов, сдать придомовую территорию планируют на месяц раньше.